Черт, да кто ты такой? Всем привет, с вами Денис на канале DGM, и мы продолжаем играть в Resident Evil Revelation, друзья. Resident Evil Revelations. Так, мы в горах находимся, бежим вниз, по спуску вниз. Давай, прыгай сюда, нифига себе тут прыжок! Какого хрена, толстая жопа? Просто ногу повредил. Я пока не ходок. На собак там много, Крис. Держись, я сейчас. Идите туда все. Идите. Сейчас я долбанет, правда, и по мне. Ну да ладно. Хорошо. Разбежались. Черт, ну почему именно сейчас? Да не говори. Зараза, их слишком много. Отлично, держусь как могу, но они меня сейчас загрызут просто. Перезаряжай, Крис. На исходе. Да какой на исходе, что ты врешь? Мы с моей сладкой попкой вовсю бежим. Нифига себе. Да, кидаю туда подальше. Да какого хера под ноги ты кинул? Так, использовать траву, тап. Хорошо, подлечился, вот. Хорошо. Где твоя сладкая попка? Быстрее беги. Ух ты, блин, она их выносит. Перезарядка. Твари, получите собаки. Ах вы собаки. Ты сладкая попка, ты вообще помогаешь? Ни хрена не пойму. Я вообще не понимаю. Она стоит там. Да, я помощник так себе. Вообще одно название. Да перезаряжай, ты идиот. Перезаряжай сразу. Да почему он не перезаряжает-то? Поднимай меня. Спасибо. Я в норме. Прости, что я опять об этом, но... Опять? О чем? Ты доверяешь мне так же, как доверял Джилл? Не надо сравнивать. Я доверяю вам обеим. Да и вообще, доверие строится на поступках, а не на словах. В этом весь ты, Крис. Работа на первом месте, да? Да. А что ты хотела вообще-то? Ревнует к Джилл? Запала на Криса? Ну такая, да. Не похожа она на спецотряд, похожа на какую-то... Гляди, это летная полоса? Там они и прячутся. Инстасамку, блин, какую-то похожа. Так, что тут у нас? Ангар какой-то, жуткий, страшный ангар. Самолет есть. Говорит Форкбол, меня слышно? Крис на связи. Слышу вас, сэр. Помехи на местности глушили сигнал. Мы возле белой хижины. Черт, так это была ловушка. Вы это о чем? Я получил ложные данные, отправил Джилл и Паркера в Средиземное море, но они не вышли на связь. С тех пор от них ничего не слышно. В смысле? Как это понимать? Крис, тебе стоит на это глянуть. Это невозможно. О, Брайан, вас это не обрадует. Мы заметили герб Вельтру. Получается, слухи об их воскрешении правда. Если так, то... То и ловушка, в которую угодили Джилл и Паркер, дело рук... Да, я почти уверен в этом. О, Брайан, мы отправляемся за Джилл и Паркером. Надеюсь, это не проблема. Вовсе нет. Доберитесь до Средиземноморья, а мы будем держать вас в курсе. Ты понимаешь, что происходит? Еще успеем выяснить. Пора выдвигаться. Так, гостевая каюта 20-32. Я так понимаю, мы попеременно будем играть то Джилл, то Криса.
Нас вырубили, сказали, нам покажут все, что мы должны знать. Наконец-таки мы узнаем правду. Гостя, гостевая каюта как в доме, в замке в этом. Так. Джилл? Паркер? Ты где, Джилл? Я не знаю. Думаю, в каюте. Где-то на этом корабле. Черт! Гад забрал все мое оружие. Свяжись со штабом. Не могу, связь отрубилась. Надо перегруппироваться. Так, где я? Короче, когда горит комната, телевизор включен. Ну, давай поклацаем. Когда они разговаривают по телефону, я вообще ни хрена не могу действовать. Не выбегать, не забегать. Так, что это? Очень туго завинчено. Так, давай, знаешь что? У меня нет моего этого, кстати. У меня нет моего сканера. Так, я нашел. Вот, надо было отодвинуть эту фигню всего лишь. Всего-то навсего, блин, откуда я мог знать? Так, ванная комната. У меня ванна заполнена грязной водой. Возможно, не что-то есть. Слить воду, естественно. Обязательно. Отвертка. Да что ж вы говорите? Хорошая отвертка, крестовая, качественная. Зеленая ручка. Тут еще и жизни. Хорошо, сейчас я отвинчу тогда. Супер просто, супер. Применить отвертку. Уклонение нажмите L или R. А я вообще-то играю на, блин, компьютере. Вы чё, прикалываетесь, что ли? Я на компьютере играю. Да я знаю, что вон, отвертка бери. Ты чё творишь-то? Ты что ж творишь? Мне надо его загнать, короче, сюда. Где ты есть? И сюда. Блин, я вроде нажимаю на уклонение. Сейчас не время для этого. Что мне надо сделать? Мне надо его как-то заманить в другую, в эту дверь, что ли? Но она тогда закрывается, я так не могу. Тут комнаты как бы они закрываются и все. Так, тварь. Так, тварь, иди сюда. Уклонение. Хорошо, башкой в телек. Замечательно. Замечательно. Давай быстрее, пока он там смотрит каналы какие-то. Давай. Я отмыкаю, замыкаю. Что тут надо сделать? Я понятия не имею. Так, надо как-то что-то как-то... Ага, через вот это, чтобы все работало. Ну вот. Что вот? Вот. Что надо? Это не работает. Вот все работает. Что тебе еще надо? И так работает. А, вот так. Вот это справа вверху не работало. Уходим отсюда нахрен. Так, бежим. Патроны берем, но пистолета у нас нет. Так, тут тварь еще одна ходит. Здесь бы отстрелить, но здесь есть замок. Так, тут я прошла на мостик. Было бы у меня оружие. Да я же делал, я же мышкой вожу сейчас, что делать-то? Уходим. Джилл, без оружия в бой не лезь. Лучше просто беги. Какой ты догадливый, чувак. Я-то как бы вообще думал, что надо без оружия. Причем она даже не может ударить. Просто махнуться. Какой-то монстр прошел. А я сюда пойду. Буду искать. Нифига себе, это корабль такой. Хрен когда догадаюсь, что это именно корабль, а не, блин, какой-то супер... О! Так, дробовик может пригодиться. Сюда нужно что-то вставить. Да, да, стандартная тема. Вставить надо что-то, желательно... Похожую вещь. Так, что я здесь видел? Что-то создает помехи сигналу. Какому сигналу какие помехи? Так, этот хер тут прошел мимо. Ага, вот вылазит. Их офигеть как много. Так, я вас всех, твари, перестреляю. Только дайте мне возможность. Только дайте мне возможность. Я очень надеюсь, что двери везде открыты. Я могу проходить мимо. Кто-то кого-то ждет. Так, здесь надо отодвинуть, я уже понял. Я уже умный. Да, двигай, двигай. Я думал, ты, блин, сразу отодвинешь до конца, до упора. Так, я на... Да это не корабль. Серьезно, корабль в виде замка? Блин, не может, такие, конечно, бывают, но я что-то такого не помню. Так, это... Так, якорь изображен. Это столовка, отлично, мы в столовке. Джилл, ты о, в норме? Привет, ты тут? В норме. Но корабль кишит биооружием.
Ладно, надо найти наше снаряжение. Кажется, я видел его по пути сюда, но добраться не смог. А если попробуем вместе, может и получится. У него какой-то акцент появился, или у него был какой-то акцент? Ты иди сюда, куда ты пошел без меня? Стоп, за дверью опять эти твари. Но я вот что нашел, думаешь, пригодится? Да, это может сработать. Так, ну мне бы их выгнать подальше. Вон, смотри, смотри. Давай. Ай, блин, надо было... Снаряжение я видел чуть дальше, в коридоре. Ну, отлично, отлично. Мне бы их, знаешь... Так, смотри, смотри, какая фигня интересная. Смотри, монстр. Бабах, блин. Так, я думаю, мне надо жизнь выпить. Там еще есть одна. Уклониться бы отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я не понимаю, я мышкой шевелю просто, как бешеный. Хорошо, она стукнула его. Только это не совсем поможет. Хорошо, жизнь взял. В каком коридоре ты видел снаряжение, чувак? Вообще, у меня уже патронов у меня уже столько, что, короче, хоть жопой жри. Так, специальные детали найдены. Что мне с ними делать? Так, ну здесь... Дил, я нашел снаряжение. Оно здесь. И? Вдвоем, давай. Отлично. Как в шестой части. Все, забираем все. Украденное снаряжение возвращено. Так, а это сундук, я сюда могу складывать, да, все лишнее. В этом меню можно устанавливать и менять оружие, также можно модернизировать оружие при наличии специальных деталей. Все найденное вами оружие будет в диске добраться сюда. Окей. Так, F1, смена экранов, смена установки спецдеталей. Хорошо. Найдено специальные детали, урон 1. Так, давай мы тебя улучшим. Давай, можно улучшить. Урон 1 сюда. Отлично. Хорошечно. У меня 1000 пистолетов каких-то разных. Ну да ладно, так и должно быть, наверное. Все. Теперь вам... Снаряжение нашли. Что дальше? Она. Свяжемся со штабом и расскажем, какого черта здесь творится. На мостике может работать связь. Давай туда. Так, идите на мостик. Окей, хорошо. Хорошо, идти вот на мостик. Кстати, откуда здесь тот парень в противогазе? Чего он хочет? Ты и так спрашиваешь, как будто я откуда знаю. Понятия, даже предположить не могу. Хочет нас уничтожить, видимо. Все, уходим на мостик. Это нам вообще в другую сторону надо добежать. Так, тут что у нас? Тут у нас закрыто. С другой стороны, патроны для пистолета беру. Все, не мельтеши, чувак, мне тут некогда. Ой, как мне некогда. Так, постараюсь. Ах ты, тварь! Да блин, я даже тебя не заметил, да? Скотина ты. На тебе, хедшотю, хедшотю по ним. Вот так вот. Тыхай, хорошо, как чувствовал. Он реально, он еще шатается, по-любому, я думаю, каждый, кто играл в эту игру, пускает беспонтово патроны. Сколько им хватает? Надо посчитать. По-моему, в голову, по-моему, 3. Все. Когда он начинает просто так дергаться, значит, он умер. Хорошо. Эти слизни я могу вообще сканировать? Ага, могу я их даже слизни. А, те же самые. Да, я короче, каждого трупа могу сканировать. Хорошо, наверное, что-то мне надо. Зачем, я их, правда, не знаю. Так, сюда, сюда и в холл в основном мы выходим. Тут труп вылезет. Я могу его и так просканировать. Дьявол, эти твари повсюду прячутся. Ты мне мешаешь хедшотнуть. Ты что, серьезно что ли? Да ну нафиг. Такое ощущение, что то, что мой напарник стреляет, вообще беспонтово. А, здесь какой-то супер выход. Здесь закрыто со штурвалом ключ. Хорошо, уходим отсюда. Еще патрончики. Блин, два раза. Двое патронов просто так. Тут с якорем. Хорошо, тут есть какие-нибудь этажи? Куда мне вообще надо идти? Надо, ладно. Буду сейчас искать, куда мне надо. Так, я вышел дальше в какое-то здание непонятное. Тут более страшный какой-то монстр.
который совсем не хочет умирать. Цель не обнаружена, цель обнаружена. Хорошо. Так, это... Ой-ой-ой, он сзади, блин. Ты чувак, помогай мне, помогай. Я тебе говорю, он стреляет, он вообще беспонтово. Тут как живой был, так и есть живой. Он просто так, знаешь, бегает... Так, у меня патроны закончились. Охренеть, как же здесь быстро заканчиваются гребаные патроны. Так, здесь мы не были, хорошо. Я думаю, что мы на правильном пути, на верном даже, я бы сказал, пути. Целебная трава. Видишь, меньше надо их, все-таки их... Их надо убивать меньше, гораздо. У меня 8 патронов, я вот не знаю, что мне тут ловить-то. Так, тут больше ничего нету. Тут какие-то коробки. Ну и все, выходим отсюда. Выходим отсюда, чувак. Как бы нам вниз-то спуститься? Отсюда бы, вниз бы, к нам бы. Пока погнали. Так, ладно. Так, а тут я был, по идее, да? Так. Аккуратно. Аккуратно. Хедшотим, да, надо очень. Да, здесь надо было отстрелить, да, замок, хорошо. Мы тут как раз таки с тобой и не были. Замечательно. Так, тут нельзя, наверное, пройти. Тут нарисован штурвал на дверях. Хорошо, тут прям изображено так четко. Штурвал нахрен. Так, лифт вызываем. Окей. На лифте мы сейчас куда-то спустимся. Погнали куда-то. Так, мостик, нижние каюты, мостик. Нам же на мостик надо вроде. На мостик нам надо, чувак. Ты нифига не понимаешь. Нифига, все я должен соображать здесь. Так, мы, по-моему, обратно, да, пришли? Нет, тут кто-то уже это стрелял. Или мы тут вообще были с тобой? Судя по карте, мы не могли здесь, да, находиться. Потому что карта закрыта полностью. Так, вот. Мы на мостике. Так, похоже, с ее помощью связь не установишь. Да, как бы на мостике-то все хорошо, но тут как бы все запущено. Система связи испорчена. Курс мы изменить не сможем. Корабль на дрейфе. Панель еще дымится. Сломавший ее не мог далеко уйти. Так, что-то происходит. Затопили нашу лодку, короче. Выход такой, что выхода у нас нет. Не наш катер. Вот дерьмо. Нам не выбраться. Кто это? Тёлка какая-то, да? А, нет, чувак. Какой-то Джокер. Не двигаться, брось оружие. Это ты брось, Паркер. Черт, да кто ты такой? Что-то пошло не так, и все. Так, мы закончили вторую главу, получается, двойная тайна. Конец второй главы, друзья. Эпизод 3. Призраки Уэльтро. Да, сейчас посмотрим, что там было. Сейчас, я так понимаю, мы опять за Криса, походу, играем, да? Или нет? Призраки Уэльтро, давай. Года три назад хотел прочитать. Какая-то штаб-квартира. Курсант, рана болит? Нет. Я готов к бою. Вот это настрой. Городу точно пришел конец. Так, я прям здесь играю. Хорошо, прям внутри их супер-супер базы, секретные. Вы отлично постарались. Этот тревожный сигнал назревал давно. Хвалю. Пипец, тут смена персонажей. Уже за третьего играю. Круто. Так, чё? Джессика, Паркер, подойдите. Где ты хрен стоишь? В здании прорвался противник. Мы закрываем лавочку. Готовьтесь к вылету. Разделитесь и отправляйтесь на крышу. Это приказ. Мы с Джессикой займемся главным холлом. Курсант, помоги остальным подняться. Ладно. Паркер, эвакуация началась.
Да Джессика такая. Смешная. Так, погнали, погнали, ладно. Эвакуация. Всем. Думаешь, это конец? Всем конец. Нет, если мы перестреляем этих выродков. Ну, да, что-то нифига себе. Я бы такой бы... Так, а здесь, вот я так понимаю, огонь! Здесь будем мы с хантерами думаю, сражаться. Что надо справиться, если хотим выбраться отсюда. А потом направимся к вертушке. Битва с хантерами здесь идет четко. Умри, тварь. Так, куда теперь? Просто, что нам надо делать? Просто отбиться от всех, я вижу он жизнь. Я вижу жизнь, я вижу еще патроны. Да, походу надо просто отбиться от всех. Да поможет миру Господь, когда все это вскроется. Люди приравняют Вельтра к террористам. Думаю, на это они и надеются. Так, вон они там поверху бегут, я вижу. Я чисто хожу пока... Ой-ой-ой, он сзади стоял. Ты что, тварина, делаешь? Оставь мою подружку в покое. Оставь мою подружку в покое, тварь. Где, куда, что, как? Патроны, патрончики беру. Собираю патрончики. Ай-яй-яй-яй-яй. В прыжке прям вытащил. В прыжке вытащил. Жизни еще. Где, кто? То же самое, то же самое. В прыжке поймал. Нифига, нифига, я так не просто не сдамся. Да сколько вас? Вы вечные, что? Реально их тут тысячи. Это, короче, как раз когда все натравили, да? А в этом городе мы и находимся. Пока справляемся. Отлично, пора и нам забраться на вертушку. Тот лифт еще вроде должен работать. Какой? Сюда, куда? Веди. Вот. Слово «тот лифт» я вообще, мне я тут первый раз вообще-то, если ты не знал. Это ты тут уже умная, хитрая. Сюда, сюда, сюда. Погоди, здесь что-то я просто... Я так просто зашел. Лезут твари, лезут твари, лезут. Ох ты, блин! Заходи, поехали. Хантера мы никуда не поедем, серьезно что ли? Все, без хантера поедем. Так, а у меня так патроны как бы 44 уже. Я прости, столько набирал. Тебя в это. Все нормально, но в следующий раз ужин за твой счет. И я закажу Амара. Обязательно Амара ты закажешь. Что это? Так, что делать? Сломался что ли? Наверное. Это был последний рабочий. Хочешь пробежаться по лестнице? У нас я... вариантов немного. Я и сама-то не очень хочу, если честно. Следуйте ко второму лифту. Да тварь, ты сдохни. Ты чё, прикалывайся, чувак. Я ж вроде тебя стреляю по моим параметрам, планам. Ты должен был умереть. Куда ты убегаешь? Да он убегает, он боится меня. Меня боится, тварь? А, ты со мной бежал. Так, я могу тебя вот так вот еще ножом тронуть, блин, был. Так, все, уже не могу, и мне опять 44 патрона. Так, куда нам тут надо? Ага, все, вижу. Вижу. Нам надо еще на верхний этаж вообще-то. Вот я могу перескочить? Да, вот как, ой, ты молодец! Почему-то Джилл через коробки ни хрена не может пролезть. Вообще, от слова совсем. Так, ладно, переключу я на пистолет. Сдохни. Так, а перескочить? Не, через большие коробки ты уже вообще не в состоянии, да, перелезть? Серьезно, что ли? Ну вы что, прикалываетесь? Так, куда нам идти тогда? Так, я взял патроны, я переключу сейчас на эту фигню. Оставь покой, оставь нас в покое, тварь. Перезарядка. Да почему мы не можем сюда просто пройти? Я не понимаю. Куда теперь идти? А, брат, да перескакивай. Вон, я так понял, нам надо вот сюда, вот на ту сторону. Чем я туда пошел, вообще непонятно. Ой, не, я рано радовался такому спецназовцу, который... Да ты чё, ружье? Найдено М3. Да вам всем хана, у меня есть ружье. Смена оружия. Q, ага, вот, могу быстро менять. Стреляй, я ухожу. Направо. Жизни.
Давай вылечимся. Погоди, налево, вылечиться и взять. Хорошо, чтобы прям наверняка все было. Так, тут можно открыть, но я не хочу ничего, по сути, лазить. У меня а что скажешь про этого Брайана? Много всего. Директор BSA? Не в моем вкусе. Я не это имел в виду. Я думаю, он прав. Не сдается под напором директора Моргана. Да, соглашусь. Думаю, служба в FBC искажает моральные принципы. Говоришь прям как он. Хотя, я была бы не против сражаться за правое дело. А ты чё, вечный что ли, блин? Три патрона в тебя всадил, козлина. Так, куда нам надо? Нам наверх, правильно? Лифт на шестом этаже. Бежим. Бежим. А мы на каком? Четвертый. Пятый этаж. Да, пошел. Они пробираются везде. Они везде. Бежим на шестой этаж. Так, тут куда? Тут сюда, в главную комнату. Заходим. Пробегаем. Бегите, мы этих хантеров перестреляли, такое ощущение, больше, чем их вообще бывает. Сдохни. Давай, ты вообще, я тебе не дам даже возможности подняться. Да нихера себе ты живучая тварь. Блин, пулемет, этот пистолет по 90 гораздо лучше. Перезаряжай. Так, мне бы, конечно, патрончиков бы, ну да ладно. Тут спешка не до этого сейчас. Погоди, нет. Мне надо хотя бы что-нибудь. Патроны для пистолета. Самое говно. С ними только с пистолетом драться. Вот. 8 штук! Вы что, охерели? Что так мало? Так, если я налево пойду? Загорожен. Да вы издеваетесь? Давай, вот, мы тут пройдем спокойно. Мы сможем тут пробраться. Подсоби. Поняла, бегу. Да быстрее, только. Быстрее, пожалуйста. Да господи! Джессика, быстрее! Проходите, давайте, запускайте. Молодцы, они стояли, ждали, пока мы это все будем делать. Ну да ладно. Упертые выблядки. Надеюсь, это их сдержит. Выблядки не то слово. Попадать. Так, подожди. Подожди. Граната это вообще всегда хорошо. Так, тут мы будем, я чувствую, долго почему-то. Мы будем ждать лифт. Мы будем ждать лифт с какого-то 150 этажа. Видимо, раз он не дает столько патронов. Ну уже, ну уже! Они почти прорвались. По 8 патронов, блин, офигеть, как мало. Прорвались. Думаю, они за тобой. От тебя так и веет интрижкой. Но не сопровождают же чудовище. Перезаряжай, блин! Откуда? Вижу. Я представляю, если на сложном играть. Мне кажется, тут вообще нереально пройти. Они с одного раза тебя захренячат. Лифт вечно едет. Вечный лифт. Какой же ты вечный лифт, блин. Да не бей мою подружку. С такой ударит лапой, все, там ничего тебе не останется, я тебе говорю. Оба перезарядились, четенько. Мы четкая с тобой команда. Что? Валим отсюда! Вот он, тварь-то! Да я гранату кину, у меня же есть граната. Чего я не кидал никогда гранату? Да, приманка самая крутая тема. Они на нее бегут, а эти вообще пофигу этим. Лифт, ты откуда едешь? С какого этажа? С какого просто? Это новый город, и тут скоростные лифты должны стоять. Да тут их просто нереально много. Гранату бросил. Так, есть у меня ружье? Дай ружье. Так, жизнь на всякий случай выпью. Отлично, его взять там надо было.
И возьму здесь, возьму здесь жизнь. Разворачиваюсь, тут их тварей вон сколько. Сдохните, суки. Уходим. Какого хера, Джессика? Давай. Стой, не стреляй, меня не целься. Так, мы куда поднимаемся, Джессика? Да что за херня? Опять сломался? Боже, я испугалась, что опять застрянем. Так, вот нормально, мы поднимаемся. Вот. Но вот это мы попали. Поверить не могу, что Морган решил поджарить весь город. Все опять как в Ракун-Сити. Именно. Стирают с лица земли. К завтрашнему утру от Серогриги останется только упоминание в учебниках истории. Как мы медленно едем. Это не лифт, это просто какой-то, блин, его кто, тянут рабы, что ли, там? Все, что могли, да? Надеюсь, что да. Ну ладно, смотри, не забудь про должунка в виде Амара на ужин. Ты помнишь хоть раз, когда я не сдержал слова? Так, бежим к вертолету. Вертолет! Пора взлетать! Я очень надеюсь, что мы сбежим. Вперед! Да хрен. Да, мы там. Да ты посмотри. Я тоже хочу свалить отсюда. А, эти не успели. А кто это? А как нас... А, мы в вертолете. Я думал, нас кинули, короче. Я думал, мы выбежали с дверей и нас кинули. Так, тут все улетают. Все, полная эвакуация идет. А, летит атомная, походу, бомба. А, луч. Космический супернеогенный луч. Так, прицел, нацел. И прикинь, это миллиарды миллиардов, наверное, стоил этот город, чтобы его, прикинь, построить. Началась цепная реакция. Джесс, погляди. Все взрывается нахуй. Город такой яркий. Их как бы сжигает, да, получается? Под... Офигеть, их как бы. Просто что-то там сколько? Плюс миллион, наверное, да? Представь, сколько небоскреб этот стоил по времени, по финансам и так далее. Это все просто уничтожают. Из-за терроризма опасно. А это самый главный, да? Tower Defense, блин, был. Земли больше нет. Мы не смогли им ничем помочь. Ну что поделать, зато сами хотя бы выбрались. Сейчас будем мы отомстим этим. Мы отомстим. Мостик 21:00. Так, это были воспоминания, если что. Реймонд, неужели это ты? BSA. А вы припозднились. Что здесь делает FBC? Отвечай, Реймонд! Я тебе отвечать не обязан. Это дело вне вашей юрисдикции. Не время ссориться. Нам нужно... Успокойся. Вы даже не знаете, зачем сюда прибыли и с кем боретесь. Реймонд! А ну стой! Вы ничего не измените, пока боитесь замарать руки. Какой надменный хер. Пижон грёбаный. Получается, на корабле еще и FBC. Что здесь вообще происходит? Хрен его знает. Мы ищем корабль. Хоть мне и не по душе эта затея, но нам нужна информация. Согласен. Смотрите корабль в следующей части, друзья. Понравилось — лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение, летсплей. Подписывайся на все социальные сети. Все ссылочки будут в описании. Все у тебя самого наилучшего. До встречи. Пока.